Так, значит, Паша Рамштайн, большое спасибо за донат. Раз упомянули Ленинградский гитарный клуб, то давайте посмотрим какой-то видос с этим связанный, очевидно. Я в этом очень слабо разбираюсь, то есть в гранжухе-то я прям, ну, вроде бы неплохо прошарился, как мне хочется верить самому. Здесь я... Ваших братьев, которых нет. Абсолютно не в теме. «Ветер», песня «Ветер», «Памяти». А, «Памяти» тоже, видимо, значит... Ну, хорошо, ладно. То есть Юра Хой и Егор Летов, интересно... Ну, тут, видимо, уже не в тему ленинградского, а в тему, в принципе, просто рок-музыки, да, как бы русского рока. Ну, коли вы сказали, все, играть, играем, все. Поехали. Смолянин, просьба хлопать, кричать тем, кого вы любите, на чьих песнях вы выросли и чье творчество вы уважаете. Спасибо. Поехали. Ну, мы и так-то делаем. Ну, да, Цой с Горшком, видимо, вот питерские. Или это все-таки, насколько я знаю, Воронеж и Омск, если не ошибаюсь. Про Цой и Горшок я не знал, откуда они, кстати, точно не помнил, что они из Питера или нет, но про Хоя для этого знал. О! А, он просто показывает, типа... То есть, когда кого-то увидишь, типа, то хлопай. Но я никого из них не знаю. Облака, как любви, особо. Прижались к земле. Где-то я под простой. Мы не на ускоренном смотрим? Да. Ой, блин! Ну, пускай так, ладно. Еще... Там Дягилева, что ли, по-моему? Ну, издалека хреново видно. Что? У меня же не на весь экран что тут развернут. Ну вот, кстати, вот это... Ну, Летов, да, понятно. Но, по-моему, это вот отстойно. Это вот, то есть, вот это на самом деле перформанс, он не крутой. Потому что по хлопкам оказывается, что кого больше знали, тот типа и круче. Тому больше хлопают. То есть вот меня вот это вот что больше всего расстраивает. Не тот, кто был, допустим, действительно очень значим, как-то крут и так далее, а просто, ну, типа, больше похлопали Егору Летову, значит, вот как бы пиздец. Вот это, по-моему, отстойно. Мне кажется, надо было сказать, хлопайте просто всем, типа, и все. Давайте похлопаем там. Ну, или не надо было вообще хлопать никак. Ну, то есть, ну, это все так... Ой, ладно, короче, не мое дело. Русские рокеры, сами там разбирайтесь, я все равно... Как простое стекло. Почему кого-то больше жалко, кого-то меньше? Это неправильно, мне кажется. Но это дело... Я не русский рокер, это дело ваше. Мне просто видос задонатили, сказали, отреагируй. Мы стояли на прошлом, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они. Где еще одна жизнь, одна смерть отвечал. Кого же там показали? Горшка. Пары вспышек огня, давайте смутные дни. И что нам ветер, да на это ответит. Несущийся мимо, да сломавший крыло. Бэки классно строят в ДДТ всегда. Ну, сейчас. Упав между нами, так недолго любимый, разбило объятия, как простое стекло. Что нам ветер? Я не могу понять, труба меня бесит или все-таки наоборот она круто звучит? Что-то как-то вроде бы и бесит, а вроде бы и не сильно. Что-то дундит там, что-то я не знаю, в левом ухе.
под интервалы классно построено. То есть, во-первых, вообще в ДДТ вот, именно вот это хиты в том понимании, ну, что я называю этим словом. То есть у него очень песни... ну, с хуками такими, то есть то, что хочется напевать именно, да, то, что въедается. У него припевы всегда очень въедливые, очень запоминающиеся. А, ты вижу, я посмотрел на стриме смотрел, в самом, чуть ли не в самом начале. Пролистал стрим и не увидел. Я просто не помню, когда точно. Я могу даже открыть, сказать, во сколько было. Это был Кори Тейлор без Scream Ever. Это было в... Значит, спасибо огромное за... 7.47, 7.48 примерно. Вот 7.48. То есть как раз для этого тоже вот есть время на экране. 7.48, то есть ровно 2 часа назад. Гораздо чистее, скажу я вам. И острее, я думаю. Царствие небесное. Эти ребята очень были свободны. И поэтому песенка о свободе. Ну вот так. Ну спасибо, в общем, за донат в любом случае. Так, что там у нас сейчас? Трагедия зрительного зала. Ну да, да, все равно как бы прикольно. То есть дань уважения такую как бы сделать. Это все равно здорово, хорошо. Спасибо, ББЕ.